всех приветствую. Решил я все-таки сделать толкатель для циркулярной пилы. Вот. Так как вещь удобная и безопасная при распускании вот таких вот маленьких заготовочек. То есть бывает нужно, чтобы не мудиться какими-то там палочками, еще чем-то подталкивать. Толкателем очень удобно это делать. Ну, также и большие заготовки. Приготовил я вот такие вот тут заготовочки. Тут уже склеил. Вот. Вот будет верхний корпус. Сейчас покажу. И боковые стеночки. Значит, мне нужен был Т-образный профиль. Для того, чтобы нижний упор, который будет перемещаться, то есть он вот этим болтами поджимался и ходил тут. Т-образного профиля, с профиля с Т-образным пазом я не нашел. Вот. В магазине строительном был приобретен вот такой профиль. Вот, П-образный, алюминиевый. Вот, и придумана была вот такая вот конструкция. То есть я сделал пазики, вклеил туда профиль. То же самое на зеркальной стороне. Крышечки я сделал и серединку такую, вот, и соответственно получилась вот такая вот тема, то есть болт туда будет вставляться и ходить, поджимать наш перемещающийся упорчик. Сейчас я покажу, как будет выглядеть примерно конструкция. То есть вот смотрим, тут будет торчать болт, с другой стороны то же самое. Внизу будет вот этот вот упор между заготовкой одной части реза и второй. Он будет перемещаться, то есть вот покажу. То есть он будет перемещаться вот так вот туда-сюда. И соответственно пропил у нас будет вот в этой части. Вот. А упор этот будет регулируемый, то есть вот этот болт тут будет торчать, все это будет с другой стороны то же самое. Вот, нужно тебе, будет ручка, да, вот клеится ручка, будет вот такая вот ручка, то есть, ну, все обработаю краешки, симпатично будет, удобно, то есть, держать ее, ручка будет тоже перемещаться в зависимости от того, где находится этот упор, то есть, если, например, заготовка большая, вот, широкая, нужно упор переместить сюда, ручка в середине будет, а заготовка какая-то маленькая, коротенькая, то есть упор будет вот тут вот стоять с краю, ближе к краю. Вот, соответственно, ручка будет стоять вот тут вот. Допустим, вот наша заготовка. Тут стоит нетолкатель. Вот. Здесь, вот с этой стороны, будут такие пазы. И будет такая еще Г-образная фиговина, тоже определенный упор, чтобы вот в эту сторону толкатель не падал. То есть, в зависимости от высоты заготовки, она будет, то есть, регулироваться. Вот, давайте будем по ходу наблюдать. Кому интересно, смотрите. Кому интересно, можете выключить. По ходу сейчас буду делать и записывать, как все будет происходить. Да, кстати, совсем недавно приобрел свои первые струбцинки Ирвин. Очень что-то уже мне не нравится, и эстетически красивый, синий-желтым. Вот, сходит, ну, хорошо цвета сочетаются, и, ну, соответственно, струбцины хваленые, то есть всеми столярами. Ну, кто-то не хочет тратиться, то есть там самодельно делает, пользуется китайскими. Вот, я хотел попробовать, ну, почему нет? То есть, и вообще, струбцин просто огонь. Это бюджетный вариант, то есть довольно-таки. Они продаются парой, вот эта вот модель. То есть, вот они вообще держат просто огонь. Струбцинка очень удобная, то есть в руке сидит вообще, то есть тут такое все, вот можно посмотреть, поближе края все сглажены, пластик, то есть он такой довольно гибкий. Вот. Ладно, это отложим до следующего ролика. Струбцина, сделаю обзорчик на струбцины, кому интересно, посмотрит. Что-нибудь протестируем, что-нибудь сожмем, ими сломаем. Вот. Давайте продолжим делать наш толкатель.
Прошло часов 12. Значит, вот такой бутерброд получился. Что сейчас будем делать? Чтобы ходила ручка. Ручка у нас готова уже. Вот. Чтобы ходила ручка туда-сюда, она будет на своем каком основании ходить. Сейчас мы такие же пазы прорежем. Вот. И вклеим такие же туда профиля. Так как каретки на данный момент у меня нету, пазы будут выбраны на циркулярке. В общем-то, вот что получилось. Так, направляющие вклеил. Теперь будем делать сам механизм, чтобы ручка могла передвигаться туда-сюда, туда-сюда. Сюда сейчас вырежем квадратики из фанеры. Внутри будут гаечки. Вот. Ручка будет стоять вот на такой платформе. Так, сейчас сделаем под перовым сверлышком углубление под гаечки, но на половину, наверное. Все, вижу на глаз, отлично. Так, сразу разметим площадку для ручки. Вот. 90. Так, сейчас мы туда будем устанавливать гаечки. Очень просто это сделать трубцинкой. Все, гаечка внутри. И второй также. Так, вот такие болтики я приобрел с внутренним шестигранничком. Очень удобные, кайфовые, потому что с большой головкой у нас бы ключик не подлезал. Вот как-то так будет ручка стоять. Все отлично. Сюда ныряет шестигранничек и можно подтягивать. Так, следующий этап — это приклейка ручки. Сюда я тоже вот такие вот сделал поджимчики. Вот, отказался я от мебельного болта. Тут будут такие поджимчики. И с другой стороны тоже будут болтики аккуратные шестигранничком. Вот. Идея с мебельным болтом и барашком что-то мне не понравилось. Некрасиво. Торчать что-то будет. Так, клеим ручку. Так, пока клеится ручка, сейчас мы будем делать этот механизм, который будет перемещаться. Thank you.
Так, сейчас будем делать боковой упор для толкателя. Так, повторюсь, каретки у меня нету. Было бы вообще супер сейчас поставить и жик-жик. Так что будем изгаляться. Но до каретки я доберусь. Так все выглядит будет. Тут будут два упорчика. Тут будет два паза. Да, станка у меня нету, потому что он мне особо и не нужен. Потом приобрету, но это будет позже. Еще СССРовский станок какой-нибудь на Авито. Как стояли в школах на трудах. Возможно, что и нужно сходить в школу. Может быть, какая-нибудь школа раскошелилась, купила новые станки себе в мастерские, а старые продадут или трудовик какой-нибудь за бутылку отдаст. Нам надо сделать ровный паз. Как быть? Опять мое любимое приспособление приходит на помощь. С помощью него, обзорчик есть на канале, с помощью него мы сделаем вот тут вот ровненький паз от отверстия к отверстию. Еще смотрим. Все ровненько. Все ровненько. И второй также. Так вот так это все тут было установлено. Другого выхода я что-то не нашел. Так, все работает, все. Ничего не закусывает. Ну, можно проверить угол. Прошло часов 12. Сейчас будем клеить ребра. Так, сейчас мы будем прикручивать стенки. Будем сажать вот на конфирматы. Заметим отверстие. Так, сюда можно намотать скотч малярный. Тем самым будет ясно, на какую глубину зашло сверло. Так, вторую стенку точно так же. Забыл я также вот эти вот кинуть самодельные поджимчики. Так, все, стенки готовы. Дальше будем делать вот этот вот перемещающийся упор. Так, ну что, все, можно пробовать одевать. Отлично, другая сторона. Ручка давно готова. Так, ну вот что получилось.
друзья, мне нравится. Офигенно удобная ручка. Пришлось повозиться, но это еще не все. Сюда еще нужно наклеить что-то не скользящее, чтобы цеплялось за заготовки. Так, у нас еще боковая вот эта вот штучка подклеилась. Сейчас мы еще ее поставим. Говорю, все, осталось пару штрихов. Сюда наклеить шкурку, наждачную бумагу. Сейчас я подберу какую только, приклею и будем пробовать. Не переключайтесь, будем пробовать. Давайте еще раз глянем, может кто-то что-то у себя тут увидит. А может что-то мне подскажет. Народ любит комментировать, как доделать, как что-то исправить. Не, ну это всегда плюс, конечно. Я с удовольствием выслушаю. С удовольствием выслушаю мнение всех. Комментарии. Что не так, что так. Приклеил 180-ю наждачечку. Вот. На основание. Сейчас будем пробовать приспособление. Для начала распустим вот такую маленькую вот фанерку. Так, настраиваем под размер фанеры. Боковой порчик двигаем. И ручку. Можно пробовать. Все, готово, да? Дальше. Сейчас будем проверять такой упор. Сейчас будем распускать вот этот вот брусочек маленький. Настраиваем боковой упор под его высоту. Все работает. Пальцы целые. Очень защищает. То есть советую сделать, запариться. Очень удобно, офигенно. Рад, очень доволен сам штукой этой. Вот. В общем, все, наверное. Цель видео и была сконструировать тут приспособление. Наждачка отлично цепляет заготовки. Не дает им скользить. Все, ребят, всем счастливо. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, может какие-то кто-то там свои внесет, как обычно, рекомендации, что доделать. С удовольствием выслушаю. Все, всем пока, счастливо.